Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня у нас будет видео покупки из зоомагазина для Лёли, для Лёли и для Миши. Ну что ж, давайте мы начнём. Первое, самое дорогое, это вот такая вот шлейка тягательная для Миши. Миша уже будет год через месяц. Сегодня ему 11 месяцев. И чтобы потихоньку его начинать учить водить на санках, чтобы туда кирпичи класть на санки, вот такого потяжелее, чтобы он уже потихоньку начинал привыкать. Вот такая тягательная, весила она, по-моему, стоила она 365 рублей. Вот тут такие с трех сторон карабинчики, чтобы прицеплять собаку. Вот, брезентовая. Следующее, что шло вместе с вот этим, вот это стоило 154 рубля, вот такие мясные роллы из рубца говяжьего, ни разу такие собака не покупала. Вот, это от фирмы Tidbit, и вместе с ним шло вот такие вот сейчас колечки из трахеи в подарок. Ну, мне кажется, это по очень хорошей цене, вот это было вместе, потому что я смотрела, вот эти вот вкусняшки, просто только они стоили примерно 160 рублей. Посмотрела этот... Что это такое интересненькое? Очень вкусно пахнет. Подаем, это я пока отрываю. Вкусно. На шишку какую-то похоже. На. Очень вкусно. Мы это едим. Собаки, как вы это едите? Давайте дальше. Такая вот одна вкусняшка. Это у меня еще должна быть где-то вторая. Но почему-то я ее не могу найти. А, вот. Нашла. И вот еще. Вот. Вот такие вот вкусняшки. Вот здесь одна с уткой, одна с курицей, такие кошечки. Потом одна вот такая колбаска от фирмы Tidbit. Вот. И еще одна такая вот эта косточка. Не помню, что у меня. Курка или курка, это уже как бы там без разницы. Или аллергии ни на что нет. Далее. Вот поэтому вот так вот. Вот так вот дела. Так, давайте дальше. Дальше это вот такая вот игрушка от фирмы Pet Club. Игрушка с мячом канат. Это для Миши. Вот ему игрушка как бы на этот... На 11 месяцев. Вот такая вот. Купила я в Фикспрессе. Вот такую же покупала, по-моему. А, нет, покупала немножко другую, но она стоила на 150 рублей дороже. Так что вот эту взяла, посмотрим, насколько она будет практичная. Давайте дальше. Следующее это от фирмы Томикс. На радость очень толстый. Такой поводок, 1,75 метра вроде как. Также для вот этой шлейки нужно 2 поводка, даже 3. У меня есть всего один поводок 1,5 метра, еще один поводок 5 метров и один поводок вот этот я купила, чтобы у меня был. Потому что нет у меня больше поводков. Вот, и будет еще вот такой вот. Давайте дальше. Следующее, это вот лакомство плетенки из кожи. О, что это там такое? Вкусненько пахнет. Лёль, тебе ж надо все понять. Конечно, все закрыть. Очень вкусно пахнет. Подожди, Руся, дай я тут нюхаю. Подожди. Прикольно, попрошу, чтобы она не попозждала. Лёль, дай мне видео снимать. Спасибо. Вот такие вот, стоит 80 рублей, что ли, 90. Это Лёля, чтобы она грызла, они очень твёрдые. Изин тебе. Вот, давайте дальше. И последнее, что я купила на сегодня, это от фирмы Tidbit. Вот такие вот печеньки. Для дрессуры Лёля я такие не буду, потому что она вообще печеньки никакие не любит. Вообще даже самые дорогие, да, она их люблю, не я ест. Там печеньки, знаешь, а вот Миша с удовольствием для дрессировки. Я думала взять легкое говяжье, но для дрессировки, не для Миши. Но оно там было очень маленькое, и Миша просто не чувствует. Вот эти просто немножко будет чувствовать. Вот. В общем, ребята, если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подписывайся на канал, ставь лайк и всем пока.